Я знаю, что он сейчас будет пытаться меня убить, но я не дамся никогда в жизни. Смотрите. Понял? А я подался. Я тебе... Да ладно, я ожидал, что ты просто... Да ну ладно. Да я подался ему. Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, Соль, Профит, Заварной Кофе, Хлеборг, Никита. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, как и обещали, сегодня у нас будет скибиди туалет, и будем управлять настоящими игроками. Если опять кушайте приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1. Кто первый умрет, тот лох. Кстати, ребята, скибиди туалет убивает машины с одного раза, поэтому будьте очень-очень осторожны. Он не догонит меня, он думает, что он меня догонит, а это невозможно. Ага, ты думал, я буду срезать, а я не буду срезать. Ой-ой-ой. Хи-хи, я успел. Так, заранее сворачиваем и вот так вот просто пролетаем по красоте, смотрите. Ой. Ой-ой-ой. Да я специально поддался. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И не забываем, что кто первый умрет, тот лошара. Так, а я беру себе заново убрали. Тачку. Надо, кстати, зайти, наверное, вот такие вот спорт-тачечки очень быстрые. Все, я готов. Чтобы меня не распознал среди всех игроков. Че, еще никто не умер, что ли, у нас? Нет, да я догнать не могу. Я вижу. Он хочет меня поймать, но это не получится. Я буду просто газовать. Смотрите, ускоряемся на все бабки. По красоте. Отлично, отлично! Ну, блин, не нажимайте shift. Пацаны, нажимайте shift. Все, Заварной Кофе, теперь ты у нас скибиди туалет. Это очень круто будет. Ребята, надеюсь, в этом ролике я тоже побуду скибиди туалетом. Просто хочется попробовать, насколько это сложно или легко. Давайте, я готов. Давай, давай, начинай, покажи вещи. Давай, все. Вы что, между собой сговорились, что ли? Будете чередовать? Машину его удалял. Так надо было же сказать готов. Ну, вроде Профит готов был, да, сказал? Я не знаю, что он сказал там. Все, погнал. Ну, ты ж не убивай сразу, который там еще не успел датчика поставить. Ой, смотрите, чуть-чуть бы и убил. Он на расстоянии не бьет, только в притирку, да, убивает? Ну, там, не, нормально даже расстояние. Так, я смотрю, как он сейчас... Есть! Ну что, теперь у нас Никитос. Ребята, у нас сегодня записывают 3 человека новеньких с Дискорда. Так что, если вы хотите с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны, у нас? В описании. Совершенно верно. Так, пока у нас скибиди-туалет идет, я подниму себе тачку, сделаю ее повыше немножко. О, теперь у меня вообще джип целый. Отлично. Бежит. Ай-яй-яй, еще бы чуть-чуть бы убил. Нет, не догоняет. Да Соль себя убил, не. Смотрите, как он высоко прыгает, это нереально. Мега прыжок от скибиди туалета. Так, бежит, я вижу. Так, отлично. Прыжок, а где он приземлится, вот это уже интересно. Ну зачем, Кофе? Я не вижу его. Вижу, сзади, ай, газуй. Отлично, я убежал, и я знал, что у меня все получится. Ну, нет, никого не поймал, никого. Сейчас убьет, смотрите. Да, нет. Нет, не убил, на крыше потанцевал своим вонючим унитазом и никого не смог убить. Ребята, настроение отличное, надеюсь, вы смотрите наши ролики и немножечко улыбаетесь, как мы. Так, никого не догнал, вот он сзади бежит прям, в притирку надо сразу бежать. Машине просто пробегает и ничего сделать не может. Все, есть! Вы что, сговорились, Заварной Кофе? Ты чего? Специально, я просто хочу. Да ты поддаешься им всем. Ну да. А, ну все, я хоть понял теперь, что ты поддаешься. Так, ну я готов. Давай, покажи вещи. Вижу, бежит. Ну зачем вы за него дрифтуете? Вы же проиграете. Так, тихо, стой! Стой, газуй. Он рядом. А, не догонит. Аллашара! Ла-ла-ла-ла-ла! О, блин, врезался в меня. О, он прыгает. Нереально высокий прыжок. Обалдеть. А где он вообще приземлился? Я его не вижу. А вот он, я вижу, побежал.
Отлично, отлично. Ого, он прыгает. Я сейчас, ребята, специально возле него поезжу, чтобы показать, насколько это легко уезжать от него. Всё. О, опять Никитос. Я так понял, что сегодня у нас самые слабые игроки будут проигрывать просто тысячи раз. А я постараюсь ни разу не проиграть. Ох, ты что, на двух колесах. Все, я буду чисто на желтой. Ну что, ты готов? Так, постоим пока здесь. Он побежал за другими игроками. Но он реально высоко прыгает. Он прям выше небоскребов. Как он не разбивается, когда он приземляется? Это очень странно. Ох, ты что, на дыбах. Красавелла, брателла. Так, а я буду здесь ездить поверху, чтобы он меня реально не убил. Надеюсь, это будет тот ролик, где я ни разу не проиграю. Он прям подо мной, смотрите, ничего сделать мне не может. Щенок! О, я сейчас попробую тут вот возле этих штук повыживать. Мне кажется, он меня не сможет убить. Все, проиграл, смотрите. Нет. Да он дрифтует, ты просто не нажимай лишний раз shift, ты будешь умирать просто. О, бежит в мою сторону. Блин, извини, я тебя не хотел. Стой, машина, газуй. Газуй, машина. Тихо, стопэ. Тихо, да что? Тихо, стопэ. Газуй. Ничего не можешь сделать, смотрите, прям рядом бежит. Ну что ты, догнать не можешь меня. Не можешь. Так, спасибо, пацаны, вы отвлекли. Не можешь догнать меня. Ля-ля-ля. Классно. Просто кругами летаем, смотрите, ничего не можешь сделать. Класс, я уехал, все-таки я смог уехать. Ой, газуй. Отлично. Вот это я его обманываю по красоте. Где этот толчок? А вот он со мной, он реально хочет убить, но у него не получится, потому что я профессионал. Скорость я прописал. Я прям жесткая игра. Я себе скорость не прописывал. О, смотришь в ролике, я ничего не менял себе. Ни свойства, ничего. А кто сейчас управляет им вообще? Никит. Никитос, ну что ты, никого убить не можешь. Никит, ну давай. Мне кажется, можно вообще спокойно стоять на месте, он даже не сможет убить, даже если будешь стоять. Ура! Отлично, Никит. Соль. Все, соль выходит на охоту. Молодец, соляночка, давай, покажи вещи, на что ты способен. Ну, мне кажется, в этой серии я не проиграю, меня не сможет никто убить. Как они не пытались бы, у него не получится. А, все. Профит, ну че это вот? Ты что, такой слабый? Профит не сможет никого убить. Профит, что ты нам вякнул? А ты меня не сможешь убить? Я очень хорошо езжу. Очень. Посмотрим сейчас. Давай. 3, 2, 1. Погнали. Я знаю, что сейчас будет пытаться меня убить, но я не дамся никогда в жизни. Смотрите. Понял? А я подался. Я тебе... Да ладно, я ожидал, что ты просто... Да ну ладно. Да я подался ему. Ладно, не поддавался, просто не ожидал, что он меня убьет. Так, ну что? Я скибиди туалет. Так, кто у нас еще не проигрывал? Я. Так, этот на этой машине желтый проигрывал. О, на Кадиллаке, кто с открытой крышей? Ах ты что, я тебе не смотрю. Эй, ты что на меня щенок? Все, ребят. Боже, как это легко. Вы что так долго убивались, и очень легко убивать. 3, 2, 1. Погнали. Пацаны, не поддавайтесь, чтобы им прям жестко... А он не сможет никого выиграть. Мы будем сейчас ему очень сильно не поддавать. Ну ладно. А как он убил? Там расстояние было несколько метров. Так своей головой. Да, это... Я ему поддался. Так, ну что? Кто нас еще не проигрывал? А ладно, буду... Вот, кто на хаммере катается? Нет, тебе жопа. Нет, не надо. Ну не надо. Ребята, ну настолько просто, насколько возможно. Очень легко, очень. Ну просто impossible. Так, мы заходим в раздел спорт и берем очень быструю тачку, изменим ее свойства, поднимем ей колеса. Она была намного выше. Я даже не на спорт тачке катаюсь. Все готовы? Да, 3, 2, 1. Погнали. Профит, покажи вещи. Профит сегодня самый больше всех участвует, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой, соляночка опять слилась. Сразу видно слабых игроков, таких как я. Смотрите, я покажу, как можно проехать по этим штуковинам с высокой подвеской. Ладно, это была шутка. И не получится. Я даю информацию, где находится Димас. Да не надо. Надо. Нет. Вот да. Эта тачка нереально быстро. Соточку вообще разгоняет наизично. Дима, ты где? Скажи, пожалуйста. Я с тобой переговорить хочу. Солянка хочет переговорить.
Смотрите, ха-ха-ха, проехал! Не смог! Ох, лошара! Отлично, отлично. Я сейчас принципиально тебя убить. Да не, нет, ты меня не сможешь. Кстати, вот сейчас я принципиально уже поддаваться не буду никому. И давайте как раз проверим, поддавался я в тех сериях или нет. Это был специальный секретный маневр, который добавляет мне IQ. Ну, пацаны, вы врезаетесь и мешаете мне. Слава богу, IQ. Ну, не только тебе. Ну, и всем пацаным остальным. Смотрите, как легко я убегаю. А я так буду по кругу ездить, у меня не убьет. Смотрите, просто по кругу. Катаемся, веселимся, угораем. Вообще легко. Просто на расслабончике. Вот зеленый, Никита. Ну все, видите, с пацаны, когда я сильно стараюсь, они не могут убить. И сейчас все подумают, что в те разы поддавался. На самом деле я не поддавался. Я немножко понтовался. Все, ребята, последний раунд. Кто сейчас проигрывает, тот лошара голимый. Погнали. Стой, подожди. А, стой, не хотеть? Я не хочу быть лошара. Вот сейчас я точно буду очень сильно играть. Все, давай. Лошара голимый, кто проиграет, это точно буду не я. Это будешь точно ты. Я не поддамся никогда. Смотрите, как я красиво, видели? Сделал просто трюк трюковый. Ну, это было очень круто. Это было эпично. Там насрёшь цветы. Ой, кто-то там умрет. Не-не-не, никто не умрет, пацаны. Главное что? Не сдаваться. А, он меня хочет убить, но я ж не поддамся, ребят. Я просто буду сейчас кругами вот так ездить и все. А, то, что он прыгнул, это тоже ему не добавит ничего. И только не мешайте, пацаны, я же хочу реально может выиграть. Может быть только самоуверенности. Нет. Ну все, смотрите, я убежал. Прыгнул, прыгнул. Смотрел внимательно, он где он приземлится. Он колеса пробил мне. Да, кстати, такое возможно. Отлично. Я вот прям встал в таком месте, что... А, ну если меня мешать будут, то, конечно, я проиграю. Извини. Это все сходится. Опять? Вот он, бежит, бежит, бежит. Ну я же говорю, что будут мешать, полюбасу. Да, давай, Дима, мы тебе... Не-не-не-не-не, я не подамся, пацаны. Я просто буду на все бабки лететь. Это, наверное, тот случай, когда он будет очень сильно стараться, у него ничего не получится. Есть, соляночка! Ло-ох! Это было круто, ребят. И надеюсь, что этот ролик поднял вам настроение. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Профит, поджигай! Ой-ой-ой, моя тачка просто растворилась в воздухе.